Почему мы хотим стартовать чуть раньше? Не потому, что нам хочется это быстрее сделать, получать больше прибыли. Очень много сейчас есть запросов в связи с незаконными санкциями, которые ввели против России недружественные страны. Просто нет возможности закупить и поставить ноутбуки в школы, в медицинские учреждения, в том числе и Ростовской области. Вот. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание.